старается. Вот мы сегодня работаем на Костровом пруду. Сейчас вот покажу я. Это батюшка пришел со своей собачкой. Вот Игнатий нас сколачивает. Жерди, а мы с Сергеем. Копаем столбушки. Рена. Все. Головокружение от успехов. Ну, было бы сказано. Я говорю, раз батюшка сказал, он сказал не зря. Он что-то видит, то, чего мы не видим. И у меня сразу появилось желание очистить этот пруд. И сразу птяткины слова вспомнились. А здесь всего фур будем оттягивать радисы. Вот до сих пор. Потом до конца дойдем жердями. Видишь как? Ну все. Вода когда-то весной у вас идет, и она прижимается к этой глубине и подмывает. Чтобы этого не было, в том месте хотим поставить на бок шифер. С этой стороны уже все проросло. Вот она где, видишь. Не звонят, и так смачивайте фуражку водой. Что ты делаешь, свинья? Оттуда, на батюшку. Еще лезет целоваться. Игорь, она чистая уже. Считай, что очистилась. Рот. А изо рта течет, как будто бы смазка после машины, это отработка. Ну. А она не поплывет за палкой, если? Нет. Нет, да. А на этом, на Рыжковском, насколько расширили, подняли, а потом 7 ножей поставили посередке, если потребуется. Она сейчас пойдет к тебе отряхать. Вот она умнее нас. Она знает, что аномальная температура, я считаю, аномальная температура. Отец Иоанн звонил, у нас, говорит, 15 градусов всего, говорит, холодно в Москве. А у нас всего, скажи, батюшка, хватает. 35. У нас всего хватает. Это я слышал рассказ по Амнисе, считал, когда идут солнце, значит, мороз и ветер. И Кристианович идет. Он подошел, здравствуйте, добрые молодцы, поздоровайся. А потом повернулся назад, здравствуйте, и пошел. И они заспорили, говорят, а второй-то раз кому? Солнце говорит, мне, боится, что сожгу его, а нормальную температуру сделаю. А мороз говорит, нет, это мне. Я как тяпну зимой-то, он загнется. А ветер говорит, а я летом подую, ветерок-то, и ничего не будет. А зимой как мороз, я не дам ветру-то. И тогда мужика догнали и говорит, а ты кому поклонился? Вот ветру, конечно. Они-то начали угрожать, а ветер говорит, там еще не сделать с ним. Я буду там отворачивать вентиль-то, компрессор. Четыре, на четырех углах привязанные. Это поднимется, сейчас, если вода будет, то это колодцы все там затопят. Затопят. Какие? Ну, где воду брали-то мы? Да. Затопят. Так он и так у нас на замке заперты. Ну, заперты. Вода-то не доходила это до него. Ну, а почти... Родник, вот где вот первая березка, там родник вот был, мы там брали это, пили. Да. Вот здесь колодчик был. Это все давным-давно уже нету. Вот. Нету. И там родник такой бил хороший, ох, вода холодная была. Да.
Там это, ну, можно раскопать, он обратно забьет. Зальет. Надо бы выкопать это родник, да поставить как бы сейчас какой куполок. Да перенести по-цыгански домой родник. Нет, почему? Здесь, как сейчас везде делают, так паломники поедут сюда. Да я приехал один раз, мужик сидит и приехал на УАЗике. Я говорю, зачем? А вы разве тут не берете? Я говорю, что? Так а вы не слышали? Ты в Ребрихе знает. Говорит, тут целительный колодец есть. Вот. Я, говорит, уж который раз приезжаю. Говорит, и болезни все уходят. Я только слух пусти и все. А что его, завалили что ли? Один, ну, он, может, заилился. Один захудалый князь. Вот где березка, вот там, вот в этом месте был родник, хороший там родник. Один захудалый князь угодил папе. И папа в конце спросил, говорит, ты попроси, чего хочешь-то. Он говорит, а у меня еще все, развал, говорит. Ну, мощи бы дали вот этого Севастьяна. А папа подумал, надо же как. Вроде князь и такой богобоязненный. А он сразу объявление дал паломники, он выправил полностью все хозяйство. Папа тогда увидит, так он ой-ой. А один немец, сержант, вышел на оккупированный свой город, его избрали. И он сумел отбить атаку. И тогда стали спрашивать, а как уковечить имя его? Ну, говорит, князя дать. Ну, княжеский род, это полковник. Только один говорит, канонизировать надо. А канонизировать надо прежде казнить, говорит. Вынес ему приговор, казнить. И канонизируем сразу. Смотри. Умная собака, как свинья. Сейчас она подъедет к тебе, Володя, будет уже тебя тряхать. Нет, она не дошла. Нет, она умная. Она каждый день ума набирается. Иди гуляй. Гуляй, гуляй, шу. Ух ты. О. Зачем ты нас, смотри, она опять на экран будет. Ну-ка, я тебе... Отойди. Ай, Даренко, пошли. Иди. Идите, порадуйтесь, что сделали мы тут. Так я перед ним весь день стоял с флажком и показывал, куда каждую разу сколько здесь. А если колосоти ножей. Это хорошо, что выровняли, хорошо. Хорошо, что выровняли, говорит. Вот здесь вот площадка. А? Площадку хорошо, что выровняли. Хорошо, он везде выравнивает. И там попытался, но там это прямо вязнет и ничего не получилось. Я говорю, ладно. А на Рыжковском он все разгладил. Что это, Васечка? Рассказывай, как Ренка в грязь залезла носом. Сергею. Ну ладно, пошли. Вот кроме гвоздей еще на проволоку делаю. Пошли, друзья. Батюшка попроведал нас. Спаси, Христос. Батюшка, благослови новый. Это, протяну новую. Он не слышал. Они не полезут сюда, эти коровы. Они вон там проходят. Им не до этого. Еще, дружок мой, давай.